1900, наверное. Борис Георгиевич Лосев, врач. Синдром доктора Лосева. Синдромы. Синдромы доктора Лосева. Лосева. Ага. Так, Борис Георгиевич. Так, куда мы? Вставайте. Куда а мы? Почему вы не в белом халате? Где ваш белый халат? Мы найдем сейчас для вас белый халат. Белый халат. Понятно. Понятно. Так, ну да, слушаем вас. Так, дело в том, что я, по крайней мере, вот у Александра Ивановича, потом у меня записано было более 1000 лекций, в основном я говорил о языке как информационно-кибернетической системе, русско-арабском языке, по идее. Но вообще-то увлечение языком это, ну, условно говоря, хобби. Хобби, но потому что я-то по специальности сам врач, уже 46-летним стажем работы. А в принципе я уже, если учесть то, что 6 лет или 7 лет в институте, то считайте, уже более 50 лет я в сфере медицины нахожусь на сегодняшний день. Ну и вот, фактически, мы вот с Александром Ивановичем поговорили, я говорю, да, я все-таки давайте как врач, собственно, и выступлю, и кое-чего интересного из своего, полечите, в общем-то, наш, опыта, да, то есть наработанного опыта, вам кое-чего интересное расскажу. Так вот, интересное заключается вот в чем. Почему-то, допустим, ученые, там, в научной литературе, ну вот говорят о том, что там существует, условно говоря, животные, растительность, минералы, ну и, соответственно, человек это высшая стадия, но почему-то никто не говорит о так называемом микромире. То есть, когда мы, допустим, задаем вопрос, а кто вообще-то на этой планете? Земля вообще является истинным хозяином, от которых, в принципе, все зависит наше благополучие. То есть фактически Земля, как система живая, она, соответственно, тоже имеет свою иммунную систему. И вот эта иммунная система, это вот тот микромир, о котором никто не говорит. Это вирусы, это бактерии и все, что с этим миром, связано. То есть, условно говоря, то, что утилизирует биомассу после смерти, вот истинные хозяева планеты Земля. А мы, собственно говоря, побочный какой-то, по большому счету, побочный материал. Я почему сейчас такое введение делаю? Дело в том, что почему я не люблю этих фэнтези сатанистов. Вот пишут все, ой, инопланетяне скоро появятся, ой, скоро контакт с ними будет. Масса людей находят, которые контактируют вот на планете Земля. Значит, сразу немножечко я успокою этих товарищей. Никто к нам вот просто так на нашу планету не прилетит. Почему? Ну, имеется в виду, чтобы вот они там, допустим, были без скафандров, там, вот в таком вот виде, да, и, соответственно, там вступили в контакт и так далее, и так далее. То есть, если какие-то чужеродные элементы к нам прилетят с других планет, эта система защиты их моментально уничтожит в течение какого-то определенного времени. Моментально. То есть, придет сигнал в эту систему и будут уничтожены. Точно так же, как мы не можем куда-то полететь, как говорят, мы на Марс полетим, мы там на Луну полетим. Да не полетите вы никуда, это называется лапшу на уши вешаете. Почему? Потому что если там есть своя система иммунная, соответственно, этого человека там просто-напросто сожрут, он там не сможет жить и выжить. То есть то, что, допустим, нам сейчас показывают, там глазастых, лупастых и так далее, по всей видимости, это роботы. По всей видимости, это роботы. Поэтому еще или вообще никакого контакта с разумными существами в том виде, как нам привыкли об этом говорить, не может быть, потому что существует феномен распознавания чужого.
То есть кто-то прилетает, он чужой. Мы полетели на другой план, мы там чужие. А соответственно, если чужие, значит чужое уничтожается. И вот человек очень четкий показатель этого. Ну, допустим, Александр Иванович просил там не говорить некоторые слова, поэтому я буду эти слова просто заменять другими словами. То есть после рождения ребенка в роддоме осуществляют определенные манипуляции с ним, по идее, а потом еще и календарный там план, значит, этих манипуляций выполняется. И фактически вот эти манипуляции, что они делают? Они, в общем-то, в человеческий организм, как систему информационно-технологическую, внедряют чужеродное. А учитывая, что ребенок, когда рождается, иммунная система у него незрелая. Молодец. Иммунная система незрелая, то есть фактически организм не может вот это чужое распознавать и не может от этого чужого избавиться. Поэтому вот это чужое в организме становится своим. И каковы потом пути развития вот этого чужого, вот я об этом и хочу рассказать, как это чужое уже впоследствии, да, в течение, там, допустим, жизни человека, как вот это чужое начинает себя проявлять. Ну, допустим, до 5-6 лет и раньше мы видим, что, допустим, у детишек аллергии всевозможные, значит, так называемые почесухи и так далее. Это начало. Потом у многих вдруг ни с того ни с сего, в общем-то, миндалины воспаляются. И воспаляются они довольно-таки часто. И вот чтобы предотвратить, условно говоря, осложнения, как там врачи говорили, это, допустим, в 70-е, 80-е годы очень часто практиковали, чтобы не было ревматизма, вот эти миндалинки брали и удаляли. А у многих для профилактики, да, вот там горлышко болит, ну, давай, удалим. Появились там аденоиды, ну, давайте, удалим. Вот это первый этап того, как это чужое начинает в организме себя проявлять. То есть получается какая-то определенная прогрессия. Я не говорю, допустим, о том, что поражаются легкие. Я не буду об этом говорить, хотя, собственно, у многих поражаются легкие, возникают хронические бронхиты, трахеиты, бронхиты, потом бронхопневмонии. Это вот такой путь, в общем-то, развития вот этого чужого. Вот путь я рассказываю, который наиболее чаще встречается, и который мы сами, этот путь, в общем-то, развиваем. Значит, проходит какое-то время, удалены миндалинки. Смотришь, проходит какое-то время, а у этого человека возникает, собственно говоря, аппендицит. Никто не может объяснить, почему. У нас, в принципе, те же самые годы. Я почему об этом говорю? Потому что я как раз начинал в 80-е годы работать после окончания мединститута. И было принято, как у нас, так вообще в Европе, в Америке, брали это, чтобы не беспокоили, удаляли всем, у кого там в правой подвздошной области появляется боль, брали и удаляли аппендикулярный этот отросток. Я когда приехал вот в Киевскую область, уже работал на скорой помощи, я обратил внимание, что у многих, у кого удалены были миндалины, вот так вот мне попадалось. Там, в течение там, я работал 2-3 лет, значит, у многих, собственно, вот удаляли аппендикулярный отросток. Ну, а я, учитывая такой въедливый такой мужичок, я решил провести исследование. А у нас, собственно, была
городская больница, хирургическое отделение, где в основном фактически, вот они вот занимались аппендэктомией. Я где-то проанализировал более 100 историй болезни и получил удивительный результат. Дело в том, что всегда, когда человек поступает, допустим, в хирургическое отделение, то врач собирает анамнез, особенно указывает на те оперативные вмешательства, которые были. И вот я обнаружил, что где-то более 100 я проанализировал истории болезни, и выяснил, что где-то 70-80% в анамнезе указывается тонзиллэктомия. Ага, думаю, значит, наблюдение мое оказалось, в общем-то, правильным, по идее. Но дело в том, что мои старшие товарищи сказали, это тянет, по крайней мере, на кандидатскую диссертацию. Но они мне посоветовали, сказали, не морочь голову. А это как раз был где-то конец 80-го, 81-й год. Я уже, в принципе, выбрал свою стезю кардиолога. Я уже на курсах был по кардиологии, а потом поступил в клиническую ординатуру в Институт Стражеска по кардиологии. Ну и фактически вот это наблюдение, которое я сделал, я это назвал тонзиллоаппендикулярный синдром доктора Лосева. То есть мне говорят, а что ты своим именем? То есть это было где-то вот 40 с лишним лет. Ну и казалось бы, да, вот я там побеседовал с ребятами, с врачами, с коллегами, и они говорят, это очень интересное наблюдение. Так как-то все это дело занюхали, то есть осталось это все, тем более 80-е годы, где можно было это опубликовать или что-то, тем более я ушел от этого. И вот фактически вот это все вот так вот и осталось. Прошло 40 лет. Как этого синдрома не знали, так по сей день и не знают. То есть моего синдрома, в общем-то, так никто из врачей не понимает и не знает. Как дальше прогрессирует вот это? Ведь на этом то не заканчивается. Да, удалили аппендикулярный отросток. А дело в том, что правая подвздошная область, она очень интересна. Вообще тут для медиков. Почему? Понятно где, да? Я не буду на себе показывать. Дело в том, что здесь соприкасается очень много маленьких, как говорится, органов, но очень важных. Здесь, условно говоря, если там мы берем девочек, да, здесь гинекология, здесь, допустим, правый яичник, в принципе. Здесь, собственно говоря, переход тонкого кишечника в тонкий, так называемый илиоцекальный угол, в принципе. И, соответственно, когда удаляется аппендикулярный отросток, то провоцируется вот этот, собственно говоря, илиоцекальный угол. Чем провоцируется? Очень просто, то есть я как бы показываю генезис вот этой вот патологии. А что дальше? Да, вроде бы удалили, многим удаляют этот аппендикулярный отросток, и все, врачи, особенно хирурги, удалили, и бог с ним, в принципе. А какова судьба вот этого чужого, который в организме, которое стало своим, и которое уже развивается по путям непредсказуемым? То чем это может закончиться, как это может закончиться. Так вот, оказывается, что как только удаляется аппендикулярный отросток, провоцируется вот этот угол, а операция аппендэктомия, я еще, когда учился в мединституте, мечта такая была, тут, собственно, у многих у нас ребят, быть хирургами. То есть я принимал участие в операциях и по удалению аппендикулярных, в качестве помощника ассистировал все это дело. Да. И вот, после окончания операции меня что поразило?
в общем-то, когда удаляется аппендикулярный отросток, и перед тем, как зашивать уже рану, туда всыпается где-то, ну, грамм 200 антибиотика в эту рану. И потом зашивается. Я не знаю, сейчас, может быть, технология уже прошла там почти 50 лет. Сейчас по-другому. Может быть, технология уже изменилась. Ну, раньше вот так вот, чтобы не было воспаления, чтобы ну, профилактировать воспалительный процесс, вот туда шарахнули, собственно говоря, и потом рану зашили. А что такое, в принципе, антибиотик? Ну, дело в том, что он стимулирует спаечные процессы. В принципе, проходит, да, не сразу, проходит какое-то время, проходят там, допустим, годы. И вот если опять, тут я к девочкам склоняюсь. Дело в том, что там находится правый яичник. Этот яичник, после того, как туда вот это, он находится в спаечке. Фактически, вот после аппендэктомии, фактически девочки, ну не все, я говорю, что-то большинство, фактически у них развивается относительное бесплодие. То есть фактически вот этот правый яичник у них спровоцирован. Я на прошлой лекции говорил, что если правый яичник спровоцирован, а он отвечает за если осуществляется оплодотворение, то рождаются девочки. Потому что правый яичник, он выделяет, в общем-то, X-хромосому, которая, в общем-то, соединяется с соответствующей Y, и, соответственно, в принципе, это. И вот не могли долго объяснить, вот рассказывали, вот, в основном мальчика урожает. А я все это дело сопоставил, вот когда начали поголовно удалять, собственно, миндалины, когда поголовно удаляли и здоровые даже, в общем-то, аппендикулярные отростки, вот фактически количество рождающихся ребят, мужчин, стало больше, чем девочек. И вот я теперь говорю, почему? А потому что фактически там развивается спаечный процесс, и фактически там, значит, ну, скрытый, значит, воспалительный процесс в яичнике. Вот девочке там 16, 17, там 18 лет, а у нее воспалительный процесс. Ну и гинекологи там, естественно, да, это она где-то там в этих трусиках коротких, где-то там посидела туда-сюда, и, соответственно, воспалительный процесс. Да, не от этого, что посидела, а от того, что, дорогие мои, там спаечный процесс. И вот если девочка успевает, условно говоря, до какого-то периода там родить, да, хотя бы мальчика, то все нормально. То есть фактически это относительно бесплодие, я опять показываю прогрессию. Да, может процесс перейти по принципу симпатического воспаления, перейти на левый яичник, и будет, то есть склерозируются трубы, и фактически развивается, в общем-то, уже полное бесплодие. Вот там, значит, удаляют эти яичники, там трубы, там всякое, внепапочные, внемамочные беременности возникают. И вот эта проблема у девочек закручивается. Очень серьезно. Я это назвал еще одним синдромом. Это синдром глоточно-илиоцекального угла. Или глоточно-яичниковый синдром. То есть почему я в лекции синдромы? То есть очень много синдромов. То есть тянется. То есть процесс постоянно нарастает. И возникает масса вот этих хронических заболеваний, которые вот вроде бы там не связаны, но на самом деле я показываю сейчас генезис, что все это связано вот с тем, что ввели в роддоме вот это чужое, которое стало своим, и свой путь. Ведь это чужое, это тоже информационно-кибернетическая система. И она развивается, извините меня, и вот эти пути самые разнообразные могут быть. То есть это вообще непредсказуемо. Почему? Потому что человеческий организм, он индивидуален. То есть у каждого по своему пути идет это развитие. Так что ж, вообще-то, значит, на женщине мы остановились, вам понятно, то есть, что мы имеем. Дело в том, что
Вот то, что я рассказываю, ну, давно надо было, наверное, об этом говорить. Почему? Потому что, ну, врачам, особенно современным врачам, это вообще не интересно. Им вообще ничего не интересно, и медицина не интересна. Их основная масса сейчас, их интересует бабки и все остальное. И, соответственно, они сейчас, никто ж заниматься больными не хочет. Сейчас как исправить ситуацию? Все хотят инструментарии, да, МРТ, там бабки, кости, там еще там чего-то, понятно. То есть, а по участку бегать желающих нет, по идее. Так вот, а что у вас происходит с этим ирицикальным узлом? Дело в том, что при переходе тонкого кишечника в толстый ирион цикл, значит, там есть жум, который, собственно, перекрывает, то есть они не сообщаются, так называемая баудиневая заслонка. И, соответственно, когда удаляется вот этот вот червеобразный отросток, то формируется недостаточность вот этого жомика, да, баудиневой заслонки. И, соответственно, сообщается два пространства, да, кишечника тонкого и толстого. То есть, условно говоря, содержимое того и другого начинает вот так вот, соответственно, циркулировать. К чему это приводит? Это приводит, в общем-то, к различным воспалительным процессам и вообще-то провоцируется весь желудочно-кишечный тракт. Значит, после удаления миндалин сверху идет провокация в виде там эзофагитов, гастритов, потом язвенная болезнь, поджелудочная железа вовлекается в процесс, а снизу это вот, соответственно, вот это вот ирицикальная недостаточность фактически. То есть возникают энтериты, энтероколиты хронические и весь этот сыр-бор. А учитывая, что, допустим, у человека, у которого иммунная система была напряжена высокого уровня, то, значит, если возникает у него, допустим, аппендицит, то он справляется с этим процессом, то есть он осунковывает ее. Возникает так называемый аппендикулярный инфильтрат. Да, человек говорит, а у меня, говорит, аппендицит не удалялся. Но боли там довольно-таки частые, и все равно идет, собственно, вовлечение в процесс правого, у девочек правого яичника. Плюс, если располагается определенным образом, бывает дело в том, что я видел вот эти червеобразные отростки, которые спускались вообще в малоэтаз, то есть вообще соприкасались с яичником. Другие, допустим, ретроперитонеал располагается так и, собственно, провоцирует холециститы, приступы эти, в принципе, почечные колики. То есть это очень серьезный орган, червеобразный отросток. А его понахали, его не нужен, да понахали по полной программе, по идее. Да, мне говорят, без тонзиллэктомии возможен, ну, конечно, возможен, я сказал там, допустим, 20 или 30%, конечно, без тонзиллэктомии. Но дело в том, что если удаляется червеобразный отросток, то миндалины или вообще вот это кольцо лимфатическое входное, да, собственно, оно будет постоянно тоже в процессе, рано или поздно все равно или аденоиды будут, или соответственно там, ну, то есть идет все равно вот этот вход лимфатической системы, все равно это поражает. Ну, а если учесть, что фактически вся лимфатическая система в основном это, в принципе, слизистая желудочно-кишечного тракта, то есть вся система, то есть желудочно-кишечный тракт очень важный иммунокомпетентный орган. Вообще-то, когда мы говорим об иммунитете, почему-то у нас говорят, значит, что это кровь, да, что это лимфа, но никто не говорит, извините меня, а кожа. В общем, все пограничные ткани, там, слизистая желудочно-кишечного тракта, эпидермис кожи, в принципе, там, допустим, слизистая, допустим, сосудов и так далее, это все пограничные ткани, это все иммунокомпетентные органы. И если вообще говорить об иммунитете, то, в принципе, человеческий организм наш,
он, естественно, иммунокомпетентный. Он находится в симбиозе вот с этой системой защиты планеты Земля. То есть поэтому мы и живем. Я думал над одним вопросом. Вот там, значит, Богородица, Мария там родила кого? Христа, Иисуса. Я задаю вопрос. Ну, если, подождите, Бог, что обязательно нужно было Марию привлекать, да, то есть, женщину, да, соответственно. И теперь я делаю вывод, что фактически, я не знаю, там этот миф там о рождении, все это нормально, все это хорошо, но я думаю, что просто-напросто вот этим сюжетом показано, что, допустим, инопланетный человек может тогда сюда внедриться, если, допустим, произойдет оплодотворение женщины. И он, соответственно, должен будет в утробе уже формироваться, чтобы фактически вступить, значит, в симбиоз вот с этим микромиром. Без этого другого пути. Я почему говорю, не может быть вообще контакта с инопланетянами. Ну, кому-то хочется, ну, придурков хватает, фэнтези, да? Сатанистов хватает. Вот они там понаписывали столько фантастических всяких романов. И, знаешь, и каждый что-то делал от удовольствия, аж горячим кипятком писает, как он людям лапшу на уши, да, вот это придумывает придурки, да, вот эти вот недоделанные. Как они, писатели наши. И так радуются они этому, ну, как бы там это, как там показывают, как там на другую планету, они прибегают, там всех их встречают, ну, видите меня, да, ребята. Или, ну, немножечко говорю, ну, у вас должно что-то в голове быть, конечно, в итоге. И здесь будет второе пришествие, да не будет никакого пришествия. Оно невозможно по определению. Ну вот придет какой-то, да, вот допустим, вот это космический корабль прилетел, да, ну вот, ну человекоподобный, будем так говорить, там он спустился, там хочет, там у него высокий интеллект, а то он хочет с нами пообщаться. Ну и чего, недельку побудет и загнется здесь. Вот эта система наша иммунная, она просто-напросто его уничтожит. Я не знаю, может быть они достигли такого высоченного уровня, что они могут как-то, ну, рукой так изменить свою систему, то есть вот это свое, которое чужое, да, для нас, вот сделать наше. Не знаю, может быть, какие-то у них там механизмы, там, я не знаю. Ну, наверное, может быть, есть, я не знаю. Но я просто, вот этот бред сатанистов, да, которые там говорят, вот будет контакт, и ждут, знаешь. Как у человека, когда в голове извилин нет, вот он ждет что-то постоянно. То они Христа ждут, то они инопланетян ждут, то они контактируют с Орионом. Другие контактируют с Орионом. Я говорю, ребята, да когда вы прекратите уже контакт, по вас психушка плачет. Я говорю, в советское время этих придурков не было. Сейчас придурок на придурке сидит и погоняет. Ой, я информацию даю, там, значит, какая-то там Ирина, там Маня, Дуня, или она там контактирует с кем-то. И я даю эту информацию. А шестой раз они говорят. Вот так вот поговорить вот просто так. Ребята, прекращайте вот просто так. Так что нам делать? О расах говорить. И так далее, и так далее. Да вам ничего не делать. Чего вы делаете? Сидите, ждите своего конца, блин. Мы все идем туда. Есть начало и есть конец. Если вы не развили свой интеллект, то туда вступайте, не морочьте людям весь головы. Вы распространяете фэнтези вот это между людьми. Такими же самыми, понимаете, вы создаете свою среду сатанинскую. То есть среду или цивилизацию вавилонской блудницы. Да какую среду? И вы рады, что живете в этой цивилизации. Ну, я повторяю, если вам нравится в этой цивилизации жить, живите. Я, допустим, из этой цивилизации вышел и не хочу, допустим, в этой цивилизации вот этот бред воспринимать, тотальный бред. Как со стороны ученых, кстати, со стороны ученых то же самое. Правильно сейчас Александр Иванович сказал? Значит, между собой секты поустраивали, понимаешь? И, соответственно, друг друга тащат, диссертации защищают, кандидатские, докторские. Это вообще уже нормой стало. Я встретился со своим родственником, он доктор наук, и говорит, в советское время у нас было, говорит, 200 академиков, то есть Академия наук. Сейчас Академия наук российская 800. А если взять, сейчас вот посчитать этих
15 республик, где свои академии. Ну, на Украине, я знаю, соответственно, где-то такое же самое количество академиков стало. Только наука не развивается. То есть никто ничего за последние 30 лет, никто вообще ничего не предложил интересного иного, кроме меня, соответственно. Вот я сегодня, вот я сегодня рассказал вам то, что такие вещи рассказал, о которых никто вам никогда не говорил. Вообще-то вы должны, наверное, понимать, вот мне говорят, вот там открытие. А что вы вообще называете открытием? Ну вот вы говорите открытие, да? А что вообще, что вы понимаете под открытием? А можно вопросик, да? Так. Нет, ну я задаю вопрос, что вы понимаете под открытием? Ну, то, что... Ну, Борис Георгиевич, вопросы давайте, а то время уже... Время, да? Борис Георгиевич, давайте. Скажите, какая у вас медицинская практика была? Кто вы? Хирург, проктолог? Да, упор, это очень важно. Проктолог. Ну, значит, вот надо приходить, я сказал. Нет, так, ну я сказал. Вопрос, ответь, можете, хирург вы, терапевт. Я уже сказал, что я закончил кандидат в медицинскую ординатуру по кардиологии. Я терапевт, кардиолог. Тогда следующий вопрос. Кардиология, аритмология, Борис, есть такое направление. Как вы относитесь к проблеме регенерации органов? Возможности регенерации утраченных органов у человека. Реальный процесс? Вы хотите от меня это? Я негативно. Нет, я просто спрашиваю вас, как вы относитесь к этой идее? Возможности регенерации органов? Нет, что значит возможно? Дело в том, что здесь нельзя уже говорить о возможности, это уже существует. Черные трансплантологи, не будем эту тему просто-напросто. Вы сейчас затрагиваете очень такое это. Тему, о которой не желательно говорить. То есть, да, возможно, все. Да? Но дело в том, что в нашем социуме, когда есть олигархи и так далее, которые могут себе все позволить, просто-напросто придем к тому, что будут здоровых людей использовать, извините меня, для своих целей. Вот и все. Поэтому я отношусь вообще к этой проблеме негативно. Теперь я хочу уточнить еще один вопрос. Вы сказали, что Земля живая сущность, да? Земля. Живая? Да это не я сказал, вы это подтвердили. Да. Я хотел спросить вас, какая Земля, все-таки плоская она или круглая? Или какого она, так сказать, вот, формата? Есть у вас какое-то представление об этом? Вот это фэнтези о плоскости Земли, да. Вот такие самые, вот как ты, вот говорят всякую ересь, бред это, да? Ну извините меня, космонавты летали и все видели, что Земля круглая, пожалуйста, снимки, ну посмотрите просто-напросто. Так она может все-таки шарообразная или круглая? Да какая разница, какое это имеет значение, овальная, шарообразная. Все, спасибо. Ну какое это имеет значение? Это очень важно. Как именно? Очень принципиально. Это очень важно. Ну какое, в чем принцип? Если она разумная, значит мы должны с этим разумом установить контакт. Вся Вселенная, это шар. Все является шаром. Спасибо. Вне шара разумного нет. Вне шара. Все шар. Так шар либо сфера. Вселенная, шар и так далее, и так далее. Сфера либо шар. А ну вот сфера. Так, друзья мои. Сфера либо шар. Значит, объясняю. Ну что вы? Вы начитались умного Вернадского. Ну читайте дальше. Вы его почитайте как ученого. Я его не считаю крупным ученым. У нас это не имеет... Из каждого придурка в советское время делали ученых. То есть я уже сыт вот этими всеми учеными. Вернадскими, Циолковскими и так далее. Менделеевыми. Все. Заканчивайте. Спасибо. Все тебе рады. Ну, слава Богу, что вы хоть что-то можете услышать. Ну, все. Да, все, да. Ладненько, давайте. Спасибо, Борис. Так что, вот на медицинскую тему. Мне просто интересно, почему я захотел это. Я вот показал, условно говоря, генезис, да? Угу. Как, допустим, вот от этого
чужеродного, которое стало своим, в принципе, что происходит в конечном угу. в организме, да? Короче, медиком ты не работал никогда. Теория у тебя была, но это не значит, что ты работал в медицине. Ну, не надо, ну не ну, надо. Ну, а что, действительно, говорить. Ну, что, вопрос, ну, что ты? Мы знаем Борис Георгиевич 40 лет. Борис Георгиевич, вопрос. Значит, если удаляют аппендицит, значит, получается, это какая-то диверсия со стороны медицинских работников? Или как? Ну, потому что хирурги утверждают, что медицин вообще не нужен. Нет, только не давай вопросы. Значит, дело в том, что, к сожалению, у нас, я не говорю конкретно о медиках, да, я говорю о системе здравоохранения. Так вот, я бы назвал ее не системой здравоохранения, а системой здравоуничтожения. То, что мы, допустим, за последние 40-50 лет имеем, это последствия деятельности, непрофессионализма значит, вот этой системы здравоохранения. Я, в принципе, как врач-профессионал об этом могу, в общем-то, говорить. Но дело в том, что ну, вот я заканчивал мединститут, а вот у нас 10% закончилось красным дипломом, я в том числе. Ну, еще 10-15% тех, кто, ну, так вот, более-менее, там, на четверочке, там, на пятерочке, на троечке. То есть, условно говоря, 30% это те, кто освоил программу высшей школы, то есть мединститута, а 70% это те, кто на заднице натирали мозоли. Но после окончания института а нам диплом выдавали всем врачам. Я выступил, когда мы закончили институт, у нас была последняя, я выступил, я сказал, я вообще предлагаю, чтобы люди, которые отсиживали 6 лет, им выдать справку, что он прослушал там курс там, в мединституте высшей школы. И пусть после окончания начинает, извините меня, там работать, на курсы идти и так далее, и так далее. Я говорю, извините меня, я вкалывал 6 лет, а кто-то, извините, 6 лет мычал. А получается, нам одинаковый диплом дают, а если он имеет связи, папу, маму там, и так далее, и так далее, так он впоследствии министром здравоохранения становится, заведующими отделами. То есть мы должны знать, кто у нас становится в конечном итоге министрами здравоохранения, заведующими райздравами, горздравами, овздравами и так далее, главными врачами, заведующими отделениями. Это вот шушера, 70% негодных, в общем-то, в интеллектуальном отношении людей просто-напросто. То есть мы должны это реально оценивать. То есть каково состояние нашей медицины на сегодняшний день. То, что произошло вот за эти 50 лет, да, это для меня лично, как для врача-профессионала, это трагедия. Это полная идет деградация интеллектуально. Значит, кому-то это нужно. А это вы ответите, это не... Ладно, давайте умолчим. Кому-то это нужно. Я просто, Александр Иванович, допустим, следующую лекцию хотел бы, допустим, я думаю, вам, может быть, это будет интересно, да? Вообще-то, об украинизации. Учитывая, что я беженец Украины и там долгие годы, ну почти всю свою жизнь. То есть я хочу просто рассказать, а что вообще-то произошло. Давайте, расскажи. Ну, в следующий раз. А что, да, в следующий раз. Угу. Хорошо. А что на самом деле вот там произошло и почему это произошло? И можно ли было этого, в общем-то, избежать? Хорошо, Борис Георгиевич, будь сегодня интрига. То есть я ловлю. Не, сейчас не надо на это. Нет, я просто говорю на следующее лекция моя. Давай. Так что вот такое. Спасибо. Все, большое спасибо за внимание. Спасибо.